1000 лет назад на Рязанской земле трудились златокузнецы, процветал камушный промысел. Сегодня муж и жена, ювелир и художник по стеклу продолжают традиции. Знакомьтесь, Иван и Ирина Ягодкины. Те, кто оживляет ремесло в своих мастерских. Общаясь с этими людьми, можно попасть словно в машину времени. Он ювелир, она художник по стеклу. На выставках, в мастерской и среди работ семейного дуэта встречаются вещи, которые напоминают изделия старинных мастеров. За 1000 лет профессии ювелир практически не изменилась, а вот для работы над стеклом теперь можно использовать газовую горелку. Такая техника называется лэмпворк. Я прогреваю стекло, прогреваю спицу. И вот сейчас уже палочка разогретая. Где-то после, ну, сантиметра полтора, вот видите, сюда стекло, оно уже течет. Вот она, волшебная капелька, я ее ловлю, наматываю на спицу, порция за порцией, и делаю бусинку. Палочка из муранского стекла под действием температуры плавится, в результате чего из материала можно сделать любые фигуры. Самый трудный для выполнения, по словам Ирины, является работа над такими цветами, которые представлены на выставке в Рязанском Кремле. Самыми такими трудоемкими являются вот эти вот цветы интерьерные. Вот здесь каждый лепесток, каждая тычиночка, это делается по отдельности, потом уже собирается, отжигается в печи, а потом уже собирается непосредственно их сборка в одну розетку, происходит это на эпоксидной смоле они держатся. То есть это уже в холодном состоянии собирают, самое муторное и неприятное занятие. Вот. А каждый лепесточек это отдельно в пламени горелки. Это совместная выставка Ивана и Ирины Ягодкиных. Для них она стала первой в Кремле. Чтобы показать особо ценные изделия, некоторые из них мастера на время позаимствовали у законных хозяев, для которых они и были выполнены, как эта шапка Мономаха. Заказали своему начальнику, коллеге, такой подарок корпоративный. То есть вот как-то знакомый вышел на меня, вот говорит, такая есть идея, он кузнец, вот у нас коллеги хотят подарок сделать. Для того, чтобы выполнить это изделие, Иван съездил в Москву, ознакомился с настоящей шапкой Мономаха. Понял, что я за месяц не успею копию сделать. Вот, потому что это поэтому приближенная копия, там более плотный рисунок. Но, как выяснилось, филиграни... Это даже сложнее оказалось. Каждый завиток на этой шапке выполнен вручную. Иван считает, что он чувствует, как делали свою работу древние мастера. Такая мысль пришла к нему при работе над старинными бармами. Подвесками, которые в древности носили князья и цари, жившие на территории современной России. Эти бармы являлись символом власти. Это считается шедевром средневекового ювелирного ремесла. На этом носили только князья. То есть это очень дорогое произведение искусства. Там золото почти 3 килограмма. То есть это дорогие техники. Представляете, какой эффект они оказывали на людей вообще. Клад с бармами был найден в 1822 году на Старой Рязани. Иван говорит, что это изделие настоящее чудо. Аналогов ему не существует. Для того, чтобы выполнить копию барма, он ездил в оружейную палату, где сейчас хранится этот клад, и детально изучал каждый золотой завиток на изделии. При выполнении работы уже здесь, в Рязани, он ощутил что-то мистическое. Ты начинаешь как бы подключаться к какому-то полю информационному, и ты, как я говорю про молоток, его нельзя по-другому взять, да? У нас у него есть один конец, которым бить, и есть, которым ты в руках держишь. То есть тут то же самое, тебе приходят мысли такие, что вот по-другому никак нельзя было. Объединяя усилия, Ягодкины старались воспроизвести работы старинных мастеров. На их выставке представлены украшения, подобные тем, что носили в старину. Ирина изготовила бусины, а Иван исполнил работу древних ювелиров. Коллекция сокровища Старой Рязани красуется на обычных белых платьях, чтобы ничто не отвлекало зрителей от работы. С такими копиями древних украшений Ирина и Иван одерживали победу на фестивалях. Это как раз коллекция, которую мы пару лет назад вместе с мужем сделали. Как раз тут мы и состыковали наши интересы, меня как художника по стеклу и его как ювелира. И вдохновил нас на это поездки в Старую Рязань, общение с археологами и вообще как-то мы вот этой темой так прониклись, что захотелось что-то сделать
по этой тематике. И представили мы свою коллекцию на фестивале «Окские сезоны». Коллекция сокровищ старой Рязани была принята очень тепло. На фестивале семейный тандем получил первое место в номинации «Аксессуары». Ирина и Иван – частые гости фестивалей. Много времени они проводят и в своей мастерской. И теперь на выездах или дома в Рязани с ними всегда присутствует музей средневекового ювелирного ремесла старой Рязани. Его решил сделать Иван. Эти инструменты являются либо копией, либо оригиналом оборудования древней ювелирной мастерской. Все они в рабочем состоянии. Это музей средневекового ювелирного ремесла, который родился вот из нашего, так сказать, творческого союза с Ириной. То есть она ездила по выставкам, продавала свое, по фестивалям свое стекло. Я ездил, естественно, вместе с ней. Вот. И мне было скучно, я собрал ювелирную мастерскую. То есть показывать, как это делали в старину, стекло показывал. И мне мой интерес был тоже там, я и процесс литья отрабатывал. После выставки в Рязанском Кремле инструменты вновь перенесутся в мастерскую творческого дуэта. Проводя экскурсии, мастер-классы, современные ремесленники показывают их гражданам, которые могут попробовать инструменты в деле, как это бывает на фестивалях. Дети в восторге, раздувают и поддерживают огонь с помощью меха. Все по-настоящему. Взрослые также захвачены процессом. Я на фестивалях, перед тем, как разжечь, делать стеклянные украшения, то есть я делаю бусины на фестивале. Дети мне помогают, потому что не хватает рук, кто-то должен разжигать, раздувать горн, меха. Работают дети у меня на мехах. Я им в это время делаю бусину, и кто мне помогает, тому я дарю бусинку. Вот у нас такой девиз: кто качает, тот бусинку получает. Среди прочих экспонатов музея средневекового ремесла представлена работа Ивана по литью из бронзы и, конечно, древнейшие артефакты. Это золото, содержащее золото стеклянные бусины, так называемые. Это самый древний, больше 1000 лет. Это самый древний здесь экспонат, я его так купил случайно. Так что история о машине времени практически реальна. Сегодня Ирина делает точно такие же бусины с помощью своей технологии. Остывают они около получаса под специальным керамическим одеялом. Наверняка храниться они будут так же долго, как древние изделия. И каждый человек может создать что-то подобное. Один раз попробовав, бывает невозможно оторваться. Частенько бывает, что у детей получается лучше с первого раза, потому что у них отсутствует вот этот вот страх и отсутствует, наверное, они еще не настолько зашорены, как многие взрослые, которым вбивали в голову, что вы не художник, вы не можете, руки не из того места. Как бы дети приходят, да, я могу, я сяду, я сделаю. И действительно так получается. В процессе современного изготовления стеклянных изделий в технике лампворк есть несколько секретов. Например, вот такие очки. Сейчас мы видим оранжевый цвет, а через очки его вот этого нет, вот этого оранжевого пламени такого. Потому что если с ним, работа была бы совершенно тяжелой. Впервые сев за горелку, я почувствовала, что это вот оно. Наконец-то я нашла. И все вот эти вот предшествующие годы, пробы, работы в разных техниках, с разными материалами, наверное, закончились вот этим. Вот осознанием того, что работа со стеклом в открытом пламени – это то, что я искала. Искал долго свое призвание и Иван. Когда-то он учился в детской художественной школе, затем окончил Рязанский радиотехнический университет, после чего годами шел к профессии ювелира. Ирина тоже много с чем столкнулась, прежде чем заняться стеклом. Среди ее работ знаменитые крылья в Рязанском ночном клубе «Море». Да, это именно она с помощью Ивана создала конструкцию, с которой в результате сделали селфи многие люди. О других гранях творческого союза и их профессиональной деятельности я расскажу вам в следующей программе. А пока это все. Иван и Ирина Ягодкины. Прошлое и будущее в деятельности этих мастеров слились воедино. В следующей программе наглядно покажем, как изготавливается бусинка под действием температуры 1000 градусов. И вот сюда, на середину, все, можно наматывать. Куда? Прямо вот сюда? Да. Раз и разняли в пламени. Растаскиваем. Угу. Вот, отлично. Выносим из пламени. И крутим, продолжаем крутить, иначе она стечет. Она маленькая, очень текучая. Вот, сейчас... У меня такое счастье внутри, почему? Класс. Это для меня тоже фантастика.
Кроме того, Иван Ягодкин расскажет нам о том, как изменился инструмент современного ювелира спустя 1000 лет.